приехали в Флоренцию, припарковали автомобиль. Паркинг мы заранее оплатили в этом отеле. Сейчас будем номер искать. По коду нам сказали, код в WhatsApp написать. Написали. По которому мы открыли эти ворота. Теперь вот, наверное, непонятно, как их закрыть. TripAdvisor рекомендует. Наш номер, кровать и сразу самую главную комнату. Свет пока не разобрался, как включается. К соседям можно ходить. И какой-то сад. Дёр есть. Теперь надо разобраться, как тут включить свет. Вот как свет включается. Точно. Стеклянный умывальник. Мы решили до центра проехать на трамвае. 1 евро 50 центов стоит билет. И купить можно вот в таком вот автомате. Вот такой трамвай. Сразу компостируем билеты. Кстати, билет действует 90 минут. Нам несколько остановок проехать надо. Во Флоренции тоже есть Макдональдс. Снимаю уже с телефона, потому что камера вечером не очень хорошо снимает. Флоренция – столица итальянской области Тоскана, а также одноименной провинции на реке Арно. Город-музей – один из самых знаменитых и древних культурных центров в Европе. А что это такое Тоскана, вы узнаете позже. Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции имеет самый большой в мире кирпичный купол. Находится в центре города на Соборной площади. Красный купол собора, ставший символом Флоренции, как бы парит над всем городом. Длина собора 153 метра. Общая высота купола с крестом 114 метров. Диаметр купола 42 метра. В общем, упали мы в заведение, которое называется Дуомо. По ценам тут вроде бы дешевле, чем в Венеции. Ну вот, например. Много русских. Композитор играет. Если бы вырвать вот этот кадр из контекста, вы бы подумали, что я в Германии. Я не в Германии. Я просто очень сильно захотел пива в Италии. Ваше здоровье. Итальянский лагерь разливной. Это кустал сегодня. За рулем проехал 200 с чем-то километров на ручке. По городам, по жаре лазил, реально, блин, вот эта штука очень сильно спасает. Я вообще не думал, что в Италии может быть вкусное пиво. А тут есть хороший вкусный лагердрафт. Мои итальянцы варят пиво хорошо, но завтра будет вино. Это Италия Grilled Sausage. Это что? Похоже на... На тефтельки наши похожи. Прикольная подача салата. Надо будет дома тоже так делать. Самое дешевое спагетти с помидором. И, естественно, сыр пармезан. Посыпать, пока горячее, чтобы подтаяло. Это одно из тех заведений, где можно поужинать, если вы сюда приедете. Вечером погуляете по Флоренции. Мы долго выбирали, где покушать. По ценам вроде бы ок, дешевле, чем в Венеции, это точно. У меня уже второй литр пошел, и когда я официантке сказал «one more please», она говорит «same size», я говорю «yes», она «о-ла-ла». А тут что-то происходит тем временем.
Исторический праздник фонариков проходит во Флоренции ежегодно 7 и 8 сентября и приурочен к празднику Рождества Божией Матери Девы Марии. Сюда приезжают местные люди и совмещают приятное с полезным. Не только принять участие в торжествах, но и выгодно продать свои товары. Детализация фасада этого здания просто поражает. Резьба, детали такие вообще. Дома был спроектирован так, чтобы мог вместить все население города. На момент строительства 90 тысяч человек. То есть был чем-то вроде огромной крытой площади. Это палац Векьо, площадь Синьорио. Есть вот такие вот бутиковые улицы, во всех странах они есть, где по всяким фурла и прочая всякая фигня, там где вы можете оставить свои деньги. Сколько чемоданов денег вы бы с собой бы не привезли, вы можете успешно все здесь оставить. Нам подфартило зайти бесплатно сюда. Открыто, на удивление. Что? Типа... Тут можно еще в отдельные залы заходить. И на второй этаж можно подняться. На камеру вряд ли эти масштабы передадутся. Поэтому приезжайте в Флоренцию, ходите, гуляйте. К сожалению, у нас только одна ночь, и посмотреть много мы не сможем. Два льва, а это вообще какой-то кровопийца. Посмотрите. Отсюда течет фонтаном кровь, а этот кровопийца ее все пьет. У него вся пасть в крови и злые глаза. Жесть. Это галерея Уффици. Тут очень крутая галерея известных итальянских художников. Мы сюда не пойдем, но вы, когда приедете, если хотите, можете сходить сюда. Она находится рядом возле вот этой вот башни узнаваемой. В галерее Уффици во Флоренции собрана уникальная коллекция произведений искусства, по большей части эпохи Возрождения. В коллекции галереи полотна самых известных итальянских художников, среди которых имена Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль. Ночная Флоренция – это все-таки офигенный город. Я очень рекомендую гулять здесь, сколько хватит у вас сил. Потому что это елки-палки, блин, какая-то жесть. Тут все красиво, везде, на каждом метре. Например, вот эта река. А это мы вышли уже на этот мостик. На самом мостике, конечно, уже не так интересно. Тут уже всякие закрытые бутики. А тут наверху, на этом чердаке, голуби спят и чайки. Разумеется, что можно посмотреть, как выглядят те места, с которых делали только что фотографии. С моста красиво. Посередине моста находится маэстро. Местного времени 15 минут 12-го. Везде открыты бары, тротории. А
вот это магазин для Димы. Ему бы понравилось. Старинные фотоаппараты. А это водопад. К сожалению, его видно уже плохо. Это надо днем снимать. Но думаю, это сногсшибательно. Рекомендую сюда посетить. Мы уже вряд ли сюда вернемся. Извините за некачественную ночную съемку. Местные крутые пацаны есть везде. Вон куртка Adidas. Пивко на набережной сидят, отдыхают. Так что реальные пацаны везде есть. Даже во Флоренции. Доброе утро. Сегодня у нас день 5. И мы идем на проплаченный завтрак в этом отеле. Завтрак. Можно скушать морковку. Мы уже выселились из этого замечательного отеля. Сейчас направляемся в Рим, во Флоренцию гулять. Хотели утром пойти в этот собор, который вы вчера видели внутрь. Но, к сожалению, времени не хватает, потому что сегодня на 17:15 у нас уже куплен вход в Колизей в Риме. Нам надо успеть. В общем, Флоренция получилась ночная. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас мы будем ехать по Тосканской дороге. Она очень красивая. Вино купим тосканское настоящее. И трасса это называется S-222. Дорога до Рима занимает около 3 часов. И по дороге красивые, классные виноградники будут. На улице погода пасмурная. Я хотел дроном полетать над Флоренцией. Но в такую пасмурную погоду неинтересно дроном летать. Ворота Святого Галла – памятник архитектуры, часть древней крепостной стены во Флоренции. Находится на площади Свободы напротив Триумфальной арки. Светофор горел только что красный. Дорога узкая, чтобы не было лобовухи. О, блин, правой рукой держу камеру, а тут передачу, оказывается, переключить надо. Вина, но пока что-то воскресенье, все закрыто. Нашли мы какой-то ресторан-шоп, 78 Пьетро, фетра какая-то. Мы попробовали вот это вино, вернее, Саша попробовала, потому что я за рулем. Такое заведение. Тут и бар есть, ресторанчик какой. Под дождем мы под дождем бежим в машину, купив вина быстрее. Блин, какой дождь начался. В общем, такое замечательное место. Если получится скинуть координаты, скину. 19 евро мы заплатили за бутылку этого вина. Что-то мне кажется, что это дороговато, потому что в Италии, блин, вино локальное должно стоить 2 евро. Но посмотрим.
Когда мы будем на берегу, мы его попьем. Все, едем в Рим, выезжаем на трассу. Закрутило поїсти. Есть, короче, такая штука тут на трассе. Это типа наши пузатые хаты. Взяли мы две лазаньи. Я попросил один кусок пиццы. Вот это у них один кусок пиццы. За две лазаньи и пиццу 18 евро получилось. Лазанья это как пельмени. Можно кушать и остановиться невозможно. Умеют же делать, да?